чем опасаться. Все-таки не зря говорят, школьные годы чудесны. А юбилей — лучший повод о них вспомнить. Успенской школе уже 130, но, по словам учеников, ей снова 18. А собралось их здесь немало. Выпускники 60-х, 80-х, 90-х. И Александр Халипов не смог не прийти. Ведь школа дала ему путевку в жизнь. Именно там началась его крепкая дружба со спортом, которая продолжается до сих пор. В 68-м году я закончил школу, стал в этом же году работать инструктором физкультуры. И вот так вот работаю уже 52 года. Все связано со спортом. Получил заслуженного работника физической культуры. Есть медали государственные за воинскую доблесть. Громовская медаль в честь 850-летия. В общем, короче, жизнь сложилась удачно. Также удачно сложилась судьба и у Ларисы Кондрашовой. Посвятила Успенской школе 35 лет. Говорит, за это время о другой работе и не мечтала. И не опоздала ни на один урок. Выпустила 5 классов. С первым выпуском встречается по сей день. С теплом вспоминает былые времена. Это был прекрасный коллектив у нас. Администрация к нам хорошо очень относилась. И действительно, вот эта школа была родным домом. Мы могли прийти сюда со своими домашними бытовыми вопросами. И как-то дружно все их решали, помогали всегда друг другу. Мы очень хорошо дружили с учениками. У нас прекрасные коллективы были ученические. Походы, самодеятельность, конкурсы, концерты. Спустя годы Лариса Михайловна снова встретилась с коллегами. В этот праздничный день пришли учителя, которые когда-то сами были учениками Успенской школы, и те, кто выучил в этих стенах не одно поколение, проработав более 50 лет. Всем вручили благодарственные письма и памятные подарки. Поздравить коллектив с юбилеем пришла и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. Я от всей души хочу сказать слова благодарности. В первую очередь нашим ветеранам учительского труда. Спасибо вам за ваш опыт, за вашу работу, за наших детей. И за то, что вы безгранично передали свой опыт уже новым педагогам, которые и сейчас трудятся в этой школе. Лучшие педагоги школы были отмечены дипломами Московской областной думы. Для Ирины Мустафиной этот день особенно волнителен. Ведь в этой школе она трудится без малого 30 лет. Коллеги ценят ее за профессионализм, ученики любят за чуткое сердце, а она всецело отдается любимой работе. Наша школа стала вторым домом для многих здесь присутствующих. В школе учатся дети и внуки наших выпускников. Мы благодарны вам. Это знак любви к нашей родной школе, и это высокое доверие к нам, учителям. Наш дружный коллектив готов к новым победам. Время меняет лица, но неизменно лишь одно у нас – это наша любовь к нашей профессии и к нашим детям. Мы с оптимизмом смотрим наш завтрашний день, надеемся, что наши проблемы будут решены. Мечты наши сбудутся. За 130 лет из стен Успенской школы выпустилось более 3500 учеников. Ее выпускники регулярно становятся призерами и победителями различных олимпиад, студентами лучших вузов страны. И пусть эта успешная тенденция продолжается, а школа процветает и еще не раз отметит свой юбилей. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».